Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Итак, ремонт правого лонжерона. Что мы видим? Бампер замена, капот замена, передняя дверь тоже замена. Но остальное определимся, когда разберем. Итак, разбираю. Итак, разобрал. Горшок и верхняя часть лонжерона в ужасном состоянии. Стойка тоже. Все это придется заменить. Но для начала я сделаю некоторые измерения. В основном это касается лонжеронов. Если они наметят, то мне придется только поменять верхнюю часть, то есть горшок и верхнюю полку стойки. Итак, тут все у меня прекрасно, лонжероны на месте. Итак, отсверлю здесь, здесь и туда. И удалю вот этот вот деформированный кусок. Ну что, начинаем. Итак, эту часть удалил, теперь удаляю весь поврежденный металл, который мне не нужен. Итак, все лишнее и поврежденное я убрал, что срезал, что высверлил. И вот донорская деталь, которая сейчас будет расчленяться на части. На такое вот количество частей ее пришлось разобрать, чтобы потом сварить. Ну что, для начала в этом месте мне нужно вывернуть лонжерон. Он горшком здесь был чуть замятый. Вниз упираю, вверх тяну. Ну и затем все подровняю и сварю. Thank you.
Итак, подровнял, подварил и теперь примеряю донорскую часть. Выставлю ее по размерам и затем, где надо, прикрепаю, где надо, приварю. Итак, стойку лонжерон я сварил и теперь приступаю к ремонту оконной рамы. Но ремонтирую при помощи поттера. Ну что, эта часть тоже готова. Теперь можно примерять все остальные части кузова. Итак, прикрутил фары, бампер, локопод, все зазоры good, и на этом работа с металлом закончена, и моя работа тоже. Отдаю машину на покраску, больше ее
не увижу. Ну, а я с вами прощаюсь на сегодня все. С вами был Артур. Пока!